Какое тут красивое местечко. Такая аллейка, класс. И беседочка. Нужно пойти сфоткаться. Ой, а цветочки тут просто чудо. Люблю я везде цветочки снимать. Надеюсь, что я не очень сильно кручу. Вот такое чудесное местечко. Такая красивая скульптурка и цветы. Забыла, как они называются. Вот эти такие мясистые. Цветет. Я не знаю, они похожи. О, из разряда кактусов цветут. Вон, классно, как красиво. Красота, красота. Панорамочку снимаю по кругу, очень красиво. Сейчас пойду дальше по аллее, по разным аллейкам гулять. Шиповник усыпан ягодками. Ого, там такие цветы. Сейчас пойду туда. Вау, какие клумбы красивые. Синие цветочки и розочки, и вот такие необычные, классные разновидности ромашек. И там посерединке розочки, а там беленькие тоже типа ромашки и так далее. Сейчас сделаю себяшку, очень красиво. Какой хороший рыжий котик. Какой красавчик. Цветы тут необычные. Народик. Люди отдыхают, валяются в этих штуках. Там, кстати, есть свободные. Сейчас пойду тоже поваляюсь. Какой сладкий. Какой холёсенький. Какой сладкий. Ты такой, тенечки. Малышка, малышка.
атаки интересные. Пойду полежу тоже, пока освободился. Вон там красненькие, зелененькие. Цветочки просто обалденные. Красивая. Там кушу. Хороший такой мысик. Так, сейчас я залягу вот здесь. Улетела. Залегла. Вау, тут такая красота. Кругом. Я тут не одна. А надо мной такая лиственница. Классно. Сейчас покажу. Вот это то, что у меня над головой. Красивая лиственница. Красивая такая. Памятник. А это я тут. Мои ножки. Пин-пин-пин-пин. Вот это мое место, где я лежала. Герань. Это герань. Там центральный вход. Я шла со стороны воды, со стороны реки. Сейчас пойду туда, к фонтанчику. Я пришла к набережной, там впереди видно мост. Надеюсь, что его видно. А в обратную сторону памятник Петру Первому, вон он виден. Прикольно. Вот там набережная, сейчас я буду по набережной гулять. Памятник Петру Первому вдалеке виднеется. Очень красивая аллейка у набережной, красивая клумба.
чайное мороженое. Кто знает, что это такое? Я первый раз такое вижу. Я только что заметила, что эту улицу, вернее, набережную, ее сделали широкой. Вот здесь это стало заметно, потому что здесь было прямо у воды раньше. Проход был у воды. Ну, то есть близко к воде, вот там, вот, где люди идут. Вот здесь были деревья, здесь не было набережной. Ее сделали шире. И за счет этого там сделали вот такой классный фудкорт. Ее расширили. Я только что заметила. Я давно уже здесь не была просто. В начале этого было незаметно, а здесь это заметно очень. Потому что здесь раньше, я говорю, прямо у воды уже были деревья. Вот буквально вот эта дорожка была, по которой идут люди. Сидят на лавочках. И все. И вот была вот такая узенькая дорожка. И сразу были деревья. А теперь сделали проезжую часть, чтобы люди катались на самокатах, на велосипедах. Ну, то есть, ну, классно сделали. Много места теперь. И тем, кто пешком ходит, и тем, кто едет на чем-то, все спокойно себя чувствуют. Очень даже классно сделали, молодцы. Можно приезжать сюда кататься теперь смело. Потому что там до храма Христа Спасителя точно такая хорошая дорога для катания. Ну и в ту сторону, до Воробьевых гор. Классно тут кататься. А, причем нужно кататься от парка Горького. Ну или от храма Христа Спасителя. Потому что здесь едешь вообще без напряга, с горы едешь. А вот в ту сторону получится ехать в горку. Поэтому лучше всегда кататься. Я все хочу приехать с самокатом сюда. Может быть, даже вот завтра, кстати. Точно, завтра я это сделаю. Приду сюда на самокате. И сниму видео, как я буду ехать по этой вдоль набережной, вот по этой дорожке. Сниму завтра видео. Прокачусь, мне так хочется. Вау! Это агари, кстати. Да, вон они коричневые. За деревом, может, и не видно, но мне было видно, что они коричневые. Агари. Класс. Пролетели. Да, они так гогочат. Интересно, с таким звуком. Так что все. Ну, постараюсь. Не знаю, конечно, не буду на 100% обещать, но завтра я собираюсь сюда приехать на самокате. И к вечеру народ прибавляется. К вечеру все после работы еще начинают кататься. Это красиво. А вот узенькая, кстати. Может быть, я, наверное, я что-то да перепутала. Вот она узенькая, вот эта дорожка, про которую я говорила. А это, наверное, всегда была широкая, да. Ну, значит, я немножко попутала, но ничего, я думаю, ничего страшного. Вот она узкая, про которую я говорила. Я думала, что ее расширили. Ну ладно, я думаю, ничего страшного. Главное, что дорога для самокатов и велосипедов. Вот она есть. На месте. Все на месте.